сейчас находимся на севере острова Самуи, в западной части бухты Бапут, недалеко от вилла Фархаус энд Спа. Здесь довольно узкий берег. Вот, зато вход в море сразу глубокий. Очень комфортный. Сейчас Сергей пошел, сейчас скажет нам. Так что это пляж. Лежать, позагорать, наверное, не удастся. Но заход глубокий в море, но каменистые. Но в принципе тоже не страшно. Посмотрев, куда поставить ногу, сделав там все пару шагов, уже можно плыть спокойно. Потому что очень глубокий заход. Ну, абсолютно пригодно для купания место хорошее. Спасибо, Сергей. Так, специально для samuidays.ru 22 июня 2011 года. Попут.